Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вам понравился предыдущий ролик, где я демонстрировал сделки своего ученика, который торгует на рынке Форекс. И многие из вас спрашивали, ну покажи нам ученика, который торгует на российском рынке. Или у тебя только все на Форекс торгуют. Ну, сегодня я продемонстрирую вам ученика, который торгует точно так же, по моим знаниям и по моим методам, на российском рынке с использованием фьючерсов. Перед тем, как я его представлю, сообщу вам, что у нас проходит на канале конкурс. А делать особо ничего не нужно. Лайк, подписка, комментарий. И на ближайшем стриме мы разыграем вот этот вот купон к акциям, к облигациям, прошу прощения, 1906 года. Этот купон вы получите абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать, это лайк, подписка, комментарий. Итак, вернемся к моему ученику. Мой ученик — это Антон, он работает разработчиком, и трейдинг для него — это скорее больше хобби. Это не постоянный источник заработка. Он здесь, можно так сказать, знаете, прошу прощения за грубое слово, для него это такая вот своего рода как некая шабашка. В один из месяцев он заработал достаточно много, больше, чем предыдущий ученик. Предыдущий ученик заработал 16,5%, для него это рекорд. Антон заработал 50%. Но, как вы понимаете, за высокими, конечно же, прибылями стоят огромные риски. И поэтому вероятность, соответственно, потерять, уйти в небольшую просадку у Антона была большая. Он знал, на что шел, тем не менее, это позволило ему заработать 50%. Здравствуйте, Антон. Привет, Артем. Антон, расскажи пару слов о себе. Ну, что обо мне? Я работаю веб-разработчиком и параллельно торгую на финансовом рынке, на срочном рынке, и именно только сишкой. Торгую агрессивно. Я думаю, на сделках можно будет посмотреть, насколько агрессивно. И вот последние полтора месяца это у меня рекорд, то есть около 50%. Это очень хороший результат, и торгую я уже примерно 2 года, именно почти так, очень серьезно. Не всегда получается каждый день торговать, но вот по возможности, не всегда я у терминала. А так, наверное, все. Антон, а каждый день не нужно. Просто это очень часто вот такая, я даже не знаю, как назвать, требования, да, среди новичков. Они приходят на биржу и думают, что сейчас они все бросят, уйдут и будут зарабатывать на финансовом рынке. Я могу вам сказать абсолютно точно, очень редко так бывает, что человек бросил работу, бизнес и пошел зарабатывать именно на финансовом рынке. В основном люди приходят на биржу, и для них это все-таки дополнительный какой-то источник заработка, дополнительный источник дохода. А кто-то торгует параллельно. Лишь в редком случае люди уходят с работы и торгуют уже на постоянной основе. 7 дней, 5 дней в неделю, если это криптовалюта, то 7 дней в неделю. Потому что это не то чтобы невозможно и сложно. Потому что иногда хочется общения. Но здесь уже как бы другая история. Антон, почему ты не торгуешь внутри дня прям совсем, полностью? Не отдаешься этому процессу? Ну, все-таки есть определенные риски, и я еще не полностью, наверное, освоил это настолько, чтобы я готов был бросить работу. Все-таки мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, и меня устраивает немножко подторговывать более чем. И как только мои результаты будут там на долгосроке также хороши, то я все равно останусь и буду работать веб-разработчиком и так подторговывать. Ничего не изменится. Антон, но мы дальше будем смотреть твои сделки. У них примечательная особенность, что они берутся внутри дня. Но при этом ты работаешь. А насколько это вообще в принципе возможно совмещать? То есть торговать внутри дня и работа. У тебя получается это делать? Да, получается. Единственное, что немножечко это может времени отнимать от работы. Все-таки нужно следить за рынком. Тогда можно делать свои задачи утром до открытия торгов и после закрытие торгов. То есть у меня план торговли идет до 6 вечера. И все. То есть никакого там, никакой вечерки. В 6 я закрываю сделки. Очень редко до 6:30 держу. Вот. То есть стараюсь раньше закрыть и дальше работать. То есть у меня есть телефон. На нем у меня открыт график. И я там посматриваю и как бы так параллельно посмотрю, как там у нас идут дела. То есть перед тем, как у нас начинается торговый день, я делаю план и уже определяю, где я буду входить в сделку, если там создастся благоприятная ситуация. Ну и потом уже там по ходу дня уже как получится. То есть есть еще оповещение, настраиваю оповещение, если цена уйдет куда-то не туда или уйдет слишком резко, то я эти оповещения получаю и уже реагирую.
То есть вновь я спрашиваю точно так же, как и Игорь, я спрашиваю уже тебя, какие есть секреты? Как нам зарабатывать на финансовых рынках? Должны быть какие-то секреты, которые ты знаешь и знает Игорь, вы просто их не рассказываете. Я думаю, секретов нет. Мне кажется, ты уже очень многое рассказал на этот счет. И в базовом курсе очень многое сказано про механику рынка. То есть без знания механики рынка, наверное, зарабатывать что-то на срочном рынке, да на любом рынке невозможно. И я думаю, что самый главный грааль – это все-таки торговать по фону. То есть определяешь тенденцию, это может быть флэт, это может быть тенденция на покупку, на продажу, то есть понижающиеся или повышающиеся экстремумы. И уже в рамках этой тенденции вы уже ищете сделки на продолжение движения. Вот это вот самый главный грааль, больше, наверное, ничего нет. То есть дальше уже, по моему мнению, идут уже уровни и объемы по рабочести. Вот. Больше я ничего не использую в торговле. То есть своего рода рынок по-другому работать не может, да? Работая по своей механике. И ты в своей торговле то есть... используешь эту механику, как я полагаю. Все верно. Ну, в принципе, я не удивлен, потому что все-таки я твой учитель, Антон, поэтому для меня, конечно, это не новость. Ну что ж, давай тогда. А, давай мы тогда объясним нашим подписчикам. Ты только базовый смотрел, или ты смотрел и базовые, и ВСА? Насколько глубоко я ты смотрел погрузился? И ВСА, но ВСА я не глубоко погрузился. Может, что-то недопонял. У меня очень хорошо зашел именно базовый курс. Я его полностью пропитал в себя и только использую знания из этого курса. То есть, и самое такое главное, что вот сразу сходу не получилось все освоить. То есть там полгода, где-то только через год уже начал понимать, о чем была речь в базовом курсе. Возможно, у меня как бы есть некоторые сложности с пониманием материала, но материал очень полезный. И то, что там было написано, то, что там я посмотрел, это открыло мне глаза. И самое главное, ушли эти розовые очки, что на рынке будет легко, можно заработать там миллионы долларов. Это все, конечно, шутки. Вот, так что, если видите трейдера, который рассказывает там про миллионы долларов и начинает пачками деньгами трясти на видео, показывая, как он там много-много-много зарабатывает, это, конечно, если он действительно вообще делает реальные сделки, то это сопоставимо с огромными рисками. Огромными рисками. Так что слиться очень быстро. Без проблем. Ну, это, кстати, одна из основных задач базового курса – это вдолбить студенту, что на бирже очень много рисков. И ты можешь заработать хоть 1000%. Вопросов нет. Вот Антон заработал в месяц 50%. Это очень много. Ни один банк не заработает вам столько, понимаете? Но в то же самое время есть противоположная сторона, да, обратная сторона медали – это риски. И вот как раз таки базовые курсы пытаются передать именно этот факт, что, ребята, заработать можно все, что хочешь, но есть риски. И ты как трейдер должен понимать, что ты делаешь. Давай тогда смотреть твои сделки, Антон. Я предлагаю начать с сегодняшней неплохой сделки, то, что ты мне на почту отправил. Сегодняшней. Давай нам с нее. Да, сейчас я ее скачаю. Какой план был изначально? То есть, и почему так много сделок? Изначально план был идти сразу на продажу. Ну, не значит, что сразу, а именно вот у нас фон медвежий. И тут без вариантов как бы нужно ждать сделки, именно ждать хорошего входа в сделку на продажу. Но я это сделал, но не в том месте. То есть вот первая красная точка – это как раз вот первая сделка на продажу. Но реализации медведями вообще никакой не было. Да, все верно. И там я решил перевернуться в покупку, потому что подумал, что, возможно, у нас все-таки будет нормальный откат. И я смогу там как бы 100-200 пунктов взять. То есть это планировалась очень короткая сделка лонговая. Но она была против фона, и она была с повышенными рисками. И, соответственно, как только у нас появилось закругление, были повышенные объемы, как раз около уровня, и там у нас быки перестали уже какую-то инициативу продвигать цену наверх, у нас произошла смена инициативы. То есть у нас в этот момент как раз произошло поглощение покупателя. И в этот момент я уже зашел в нормальную продажу. То есть, по идее,
по своей же торговой стратегии я должен был сделать только этот трейд. Не должно было быть первой вот этой продажи, и покупки тоже не должно было быть. И уже вот вход на понижение уже был бы по фону, и он уже с меньшими рисками идет. И стоп там всего лишь 100 пунктов, 100 или 130. И тогда уже ее протянул до ближайшего локального уровня, который как раз на часовике бьется. Там я начал фиксироваться частями. И еще один момент, я подтягиваю стоп по движению. И рассчитывая, что цена может резко отскочить. И если резко она отскачет, меня выбивает по стопу, я закрываюсь там более-менее нормально. И я смогу потом перезайти, опять же, на продолжение движения. И вот как раз у меня там есть девочка, сразу после закрытия третьей части я захотел зайти на продолжение, пожадничал, увидел пин-бар, такой думаю, наверное, все, уже сейчас опять дальше пойдем, потому что движение очень хорошее было, но меня отстопило, и движение пошло туда, куда я и планировал. Тут прям пункт в пункт, это очень, конечно, обидно. И тогда мне уже пришлось зайти чуть-чуть попозже и уже донести сделку до конца дня. Еще один момент. Закрытие сделки частями происходит, потому что я однозначно не знаю, там цена пойдет дальше Ты имеешь в виду вот или здесь ниже. закрытие? Ну, оно Да? частями, то есть тут 5 частей было. И, соответственно, вот первое закрытие, оно было потому, что были объемы большие. То есть в кластере очень много было объема на покупку, то есть лимитные покупки. И, Так, вот соответственно... эти, ты имеешь в виду вот эти вот объемы у нас появляются, вот они. И ты выходишь, да, вот здесь? Да. Ну, то есть и еще начинается такое попытки отбиться от уровня. В этот момент покупатели... пытался что-то сделать, видимо. Я там еще часть прикрыл, но понимал, что экстремумы локальные у нас идут вниз, и тут без вариантов, скорее всего, будет пробой. Поэтому большая часть у меня осталась еще в позиции, чтобы донести ее куда-то подальше. Но у меня не было планов, что она уйдет настолько далеко. Вообще я не ожидал, что вообще будет такой день сегодня. Я понимал, что у нас там, скорее всего, будет дальше понижение, дальше на продолжение движения, но не настолько сильно. Здесь, смотри, здесь вот, ну, давай вначале разберем с самого начала. Получается, ты продаешь. Реализации продавцов здесь не было. Оно и понятно, потому что, видишь, у тебя тут резкое такое... Так, смотри, я немножечко запутался. Вот эти вот все сделки, они происходят вот здесь, да, вот здесь, начало торгового дня. Да, все верно, все Да, все, верно. теперь я понял. Смотри, у тебя рынок очень сильно упал, и рынок открывается с гэпом. Как я полагаю, вот первая свеча, это, собственно говоря, гэп, и идет некое движение, если я верно понял. То есть А тут дальше вся... ты, получается, ты открываешь сделку на продолжение, поскольку у тебя здесь находится зона ликвидности, раз. И, во-вторых, у тебя здесь рынок начнет двигаться в сторону гэпа, то есть вот этим клоям, насколько я понимаю. Да, Это у тебя да. такая штука, идея торговая. Все Следующий верно. момент. А все-таки, по всей видимости, перезаходишь, потому что вот у тебя есть всплеск медвежьего объема. И он никак не реализовывается. То есть рынок идет вниз, 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 появляются шпильки, появляется объем, реализации никакой не следует, и рынок разворачивается. Поэтому ты перезаходишь, переворачиваешься. Как я полагаю, ну, как бы я здесь торговал, да, я бы торговал вот до вот этой ближайшей границы, вот до сюда, до верха. Даже, может быть, чуть-чуть повыше. То есть примерно вот серединку Вот, вот этой вот волны. все верно, в 50% от Да, предыдущей волны. да. А, собственно говоря, ты зашел. Вот эта сделка, она хоть и кажется маленькой, короткой, но она такой изначально у нас и планировалась. Изначально. Если я верно понял. И тут ты опять переворачиваешься. Вот здесь. Да, и уже вхожу по фону. Но здесь есть вход. Здесь есть вход, потому что вот у тебя, соответственно, давление покупателей. Рынок идет наверх. Объемы вроде бы начинают вырастать. Мы доходим, соответственно, до точки ликвидности. Вот она, ты ее отметил. 75 700, да, вот эта точка ликвидности. Да. Появляются шпильки с повышенным объемом, вот хвосты. Рынок сужается, у нас рынок сужает свой диапазон, что указывает на то, что вверху у тебя находятся какие-то лимиты.
задаем тогда вопрос, окей, откуда эти лимиты могут у нас появиться? И обращаем внимание, что вот у нас есть зеркальный здесь уровень, вот он. 75-700, вот он, идет отсюда. Соответственно, рынок поглощает, ну не рынок, а продавцы поглощают весь спрос, рынок начинает разворачиваться. При этом он разворачивается практически без объемов. Объемы при этом тупо падают, и это все говорит о том, что в рынках у нас нет лимитных покупателей, которые готовы выкупать, соответственно, уровень 75-600 и двинуть на рынок наверх. Я понимаю, что сейчас вот то, что я сейчас объясняю, это по большому счету я объясняю нашим подписчикам, да, нашей аудитории, потому что опять будут задавать вопросы. Как, вот просто к прошлому видео уже была куча вопросов, а как вот Игорь это понял, что здесь объемы такой, вот и я вам разжевываю, как это понимается. Антон, когда делал эту сделку, как и, собственно говоря, другие мои ребята, они это делают в процессе дня, по большому счету даже уже не задумываясь, потому что это все происходит на автомате. У вас есть две стороны, у вас есть покупатель, есть продавец. Нам абсолютно не имеет никакого значения, кто это. Крупный игрок, толпа, да кто угодно. Важно увидеть, кто сейчас доминирует. И если у вас начинают доминировать продавцы, а вот здесь вот, в этой всей картине, вот здесь, сейчас я удалю все эти метки, вот в этой всей глобальной картине, вот тут, у нас доминируют продавцы. Об этом рассказал вам Антон, и об этом я рассказываю. Да, что у нас покупатели пытаются пойти вверх, ничего не получается. Здесь у нас шпильки, туда-сюда, все это я вам только что рассказал. И это все соответствует у вас медвежьему сценарию вниз, на фоне. То есть у вас фон идет вниз, и вот у вас появляется сила медведя на локальной картине. В его случае, в случае Антона, на пятиминутке. И он здесь заходит в сделку блестяще, и блестяще ее отрабатывает. Единственный момент... Мне, конечно, не нравятся вот эти выходы. Слишком они очень быстрые. Я так и не понял, почему ты их сделал. А я и не рассчитывал на большое движение изначально. Поэтому я начал фиксироваться около локального уровня, который вот как раз на часовике вот проходит. Видишь синюю линию? Угу. Она как раз бьется с минимумом на 3 сессии назад на часовике. То есть я планировал, что вот именно там, скорее всего, будет какая-то инициатива от покупателей. Цена на нас сильно откатит, и я там смогу перезайти, долиться. Ну вот у тебя эта инициатива и появляется. Вот. Объем здесь повышенный, медвежий. Да. Но он-то входит в покупки весь этот объем, по большому-то счету. Видимо, тебя это и напугало. Да. Ну, то есть, когда я вижу большие объемы, я сразу фиксирую часть, то есть безоговорочно, потому что цена может отлететь так далеко, что дойдет до самого основания. И тогда вопрос, ну и что-то все это время в рынке был. Ну правильно. Проще потом перезайти. Здесь ты потерял, получается, я даже не знаю. Ну 120 пунктов, там 150 где-то. Вот именно этот перезаход еще очень обидный, то, что вот меня выбило, и рынок повалился вниз. То есть я перезашел из-за жадности, и меня отстопило. То есть вот маленькая такая сделочка. А потом уже зашел нормально. Но, конечно, у меня были более повышенные риски. То есть там у меня больше 100 был. Хорошо, с этой сделкой все понятно. Давай посмотрим другую. Например, вот эту. Ты вспомнишь ее или тебе открыть файл? Так. Давай я бордовский файл открою, что ты о ней писал. Здесь получается фон бычий, сигнал трехминутка, бычье поглощение большим объемом. Все, вспомнил. Смотри, здесь у нас фон на покупку, у нас очень хорошая тенденция была, и в самом начале дня у нас была инициатива на продажу, и ее полностью поглотили, и вот обрати внимание, как только вот захлопнулась крышка, вот, грубо говоря, с этими объемами, вот с этим всем делом, я уже в этот момент и зашел в покупку. То есть у меня был риск, но риск был вот за последним маленьким минимум, буквально там, сколько там, 60 пунктов, 70 пунктов, и уже на продолжение движения опять же. То есть вся торговля строится на том, что мы продолжаем тенденцию часовика. И ищем такие точки внутри дня, где можно будет зайти с маленьким стоп-лоссом, но с большой перспективой, то есть до ближайшего уровня, как минимум, чтобы было там больше, чем 1 к 3 по мани-менеджменту. А здесь у тебя, смотри, у тебя здесь рынок, получается, он открывается, ну, во-первых, он открывается с гэпом, вот то, что крышка захлопнулась, ты имеешь в виду вот эту ситуацию, как я полагаю. Да, да.
То есть ее полностью выкупили. Да. И здесь еще, смотри, такой момент. Здесь получается, ну, что-то вроде флета такого небольшого, да? Да, небольшие Трехдневного. накопления было в течение двух сессий, торговых сессий. Но вот последний день, вот как раз вот он на часовике видно, то есть вот это самое последнее начало дня. Ты просто сейчас выделил. И здесь смотри, здесь я не знаю еще, понимал ты это или нет. Вот та же самая история, что и была на предыдущей сделке. Это у всех фьючерсов сейчас, на последнее время такая штукенция. Вот рынок идет наверх, и при этом объемы толком не вырастают. То есть они падают и какие-то обычные. Но при этом рынок прет как на дрожжах. То есть он выстреливает очень сильно, он не сужается. Если бы он сужался, это был бы другой расклад. Опять-таки, это говорит о том, что у нас наверху нет вот таких активных продавцов, которые здесь бы, вот в этой точке, выкупали рынок и, соответственно, выкупали своими лимитами. У нас их банально здесь нет. Я в курсе про это говорил, но в блоге тоже я очень часто про это говорю, что банально наверху нет никого, кто бы сдержал цену. То есть, ну, там банально вот нет никого, то есть там нет активных продавцов. И поэтому рынок, поскольку он не встречает такого активного сопротивления, естественно, он выстреливает. На мой взгляд, вход у тебя достаточно блестящий. Здесь как раз-таки в момент твоего входа, вот здесь, прям видишь, рынок кто-то пульнул. То есть попытка у нас Да. медведей пойти вниз ни к чему не приводит. Здесь, соответственно, появление хвоста такого и резкий такой прострел. Вот если бы открыть здесь вообще, в принципе, там минутку или, например, футпринт посмотреть, ты бы увидел, как рынок очень быстро это сделал, буквально там за полсекунды. Это вот прямо вот именно толчок, рывок был. И он сделан был специально для того, чтобы наехать как раз-таки на стопы вот этих дураков, которые здесь продавали. Вот здесь их находятся стопы, вот в этой плотности. Что рынок и сделал, и улетел. Единственное, что я очень сильно испугался, когда мы ударились вот в пунктирную линию, этот в уровень, который я отметил. Я не помню, откуда он идет, но вот когда вот пошел сильный откат от этого, я очень усомнился вообще в том, пойдем ли мы дальше. Но все-таки высидел и не пожалел. То есть вот это вот такое в моменте медвежье поглощение было покупателя после того, как его пульнули вверх. Ну, здесь прям агрессивно кто-то работал. Вот прям агрессивно. То есть, опять-таки, ты не зря боялся вот эту пунктирную линию. Мы от нее довольно неплохо упали на объемах. Вот, опять-таки, объемы. Это тот рывок, реализация того рывка, который я говорил. Происходит коррекция, и вот у нас второй подход. Тоже, соответственно, на объеме. Это говорит о том, что здесь находился мощный продавец. И его банально стали выкупать. Эти объемы говорят о том, что здесь, смотрите, вот кто смотрит это видео, не потому что здесь у нас были объемы и, значит, там был продавец. Нет, у нас в контексте, у нас такой контекст. Вот у нас общий контекст. У нас есть, соответственно, достаточно важный уровень, который приходит с истории. И мы видим, что рынок подходит к этому уровню. Видим, что у нас здесь появляются объемы. После этого рынок разворачивается. Нам это говорит о том, что в рынке появилось некое препятствие, появилась стена. Поскольку в рынках появилось препятствие, мы предполагаем, что здесь наличие лимитных ордеров продавцов, которые выставили эти лимитные ордера и выкупают весь спрос, который сейчас находится. Нам абсолютно не важно, пробьет, не пробьет, нам важно посмотреть некой реализации. Реализация здесь происходит чуть дальше, рынок опять идет, опять повышаются объемы, что указывает, что опять-таки здесь находятся продавцы. Но в данном случае рынок уже пробивает данный уровень и закрепляется выше, он начинает торговаться выше. Это говорит о том, что вот эти продавцы, которые там были, они были выкуплены. Все, их не осталось. Дальше путь наверх, собственно говоря, заказан. И здесь опять происходит толчок. А касаемо твоих выходов, Антон, просто шикарные выходы, на мой взгляд. Потому что вот после вот этой вот ситуации, ни о каком движении вверх уже, по большому счету, речи бы и не шло. Так уж по-хорошему. То есть рынок мог бы пойти там наверх, конечно, через такое долгое накопление. Но так уж, вот если смотреть здесь. Как эта штука называется, Антон? А что именно? А вот то, что я выделил, вот это. Блин, это кульминация, как я Ну, понимаю. конечно, конечно. Такая небольшая кульминация. Рынок скульминировал. Да, если кто-то скажет, что первый выход был рано, первый выход был по умолчанию, это был предыдущий хай.
дня. Просто вот не отметил, наверное, как локальный уровень, то есть предыдущий хай дня, и вот там я просто закрыл треть по умолчанию, не ожидая, там будет отбой, не будет отбой, не стал ждать. Там начинались уже объемы серьезные, и уже просто закрыл треть. То есть ты вышел просто потому, что здесь хай дня, как я помню. Да, там был хай предыдущий. И вот я его и отметил. Ну правильно, потому что к этому моменту у тебя уже рынок довольно неплохо отыграл. Но я бы еще удерживал. По-хорошему, здесь бы еще можно было удерживать. Знаешь почему? Потому что вот у тебя хвост есть с объемом. Да, вот он, этот объем большой. Это говорит о том, что у тебя кто-то вот прям очень агрессивный появился. Поэтому я бы здесь не выходил. Но с другой стороны, у тебя дальше начинается кульминация. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что на момент входа у тебя еще не было кульминации. Она появилась чуть дальше. На момент выхода вот этого. Но это уже такие придирки. Уже ладно, бог с ним. А давай другую сделку смотреть. Давай. 26.08. Так, ну здесь тоже фон был бычий. Там, конечно, маленькая заминка произошла с покупкой, то есть видно, что я открыл и тут же закрыл, то есть тогда еще неправильно было заходить, и только после того, как уже произошло выкуп вот этого отката, ну, то есть точнее небольшой намек на то, что будет дальнейшее движение, я уже зашел в сделку, поставил нормальный стоп-лосс, и она зашла. То есть еще нужно обратить внимание, что здесь есть тормозные свечи, такие как по учебнику, и первое поглощение последней тормозной свечи, и как раз оказалось для меня сигналом на вход. Да, здесь как бы тоже есть определенные риски, но они окупились. Там уже начал закрываться, когда уже пошли объемы, пошли тени, и я там просто уже начал закрывать сделки, не дожидаясь, что там будет что-то сверху заоблачное. Но потом с расчетом, что будет, если откат, то я смогу перезайти. Ну, как раз у меня здесь и есть перезаходы, есть некоторые обидные, где я просто в БУ закрывался, переживая, что не будет никакой реализации, слишком какое-то слабое движение было. Ну, в целом, очень неплохо получилось. Здесь, вот ты говоришь, много риска здесь было, здесь не было рисков. Так уж по-хорошему. Вот если говорить о первой сделке, вот об этой, вот этой, да, о первом входе, рисков здесь не было толком. У тебя, соответственно, открылся гэп. Гэп закрылся после этого. Ну, в смысле, отыгрался, да, так скажем, да, отторговался. Мы дошли до точки открытия гэпа, один из сильнейших уровней на планете Земля, мне кажется. И здесь у тебя появляются, соответственно, хвосты. Единственный момент, здесь нет объема. Вот меня бы смутило то, что нет объема. Я бы ждал реализации. Я бы, если честно, зашел бы даже чуть позже. Я бы зашел где-то вот здесь. То есть позже тебя бы я заходил. Потому Ну, это что, было бы правильнее. да, это было бы правильнее и без таких рисков, как у тебя. Здесь, если обратить внимание, нет объема, но это уже про это сказал, но все равно рынок идет наверх, как на дрожжах. Опять вот эта вот старая история про то, что у нас наверху нет активных продавцов, которые сдерживают цену. Тот же самый алгоритм, который был в предыдущей сделке и до этого. То же самое. Прокомментируй выходы, пожалуйста. Со входом понятно еще более-менее. А что с выходами? Да, выходы были, если честно, первый выход был просто потому, что начали обновлять хай. Я посмотрел предыдущую тенденцию и увидел, что после каждого обновления у нас были сильные такие откаты. Я переживал, что он опять сейчас сильно, сильно откатит и там половину движения просто съест. И непонятно, пойдет он дальше или нет. Поэтому я начал фиксировать первую часть, потом у нас еще какой-то толчок был от покупателя. Там я уже на тенях стал закрывать сделки и уже подумал, что дальше рынок не пойдет, и просто закрылся полностью. Не стал ждать движения дальше. Хотя, может, и стоило было бы подержать. Но рынок имел тенденцию откатывать. Еще нужно учесть момент, что предыдущий день у нас просто как на дрожжах шел. Да. У нас не было никакого нормального отката. То есть рынок в любой момент мог бы просто очень Перегрет, да. резко схлопнуться. Да, перегрет, все верно. А дальше вот эти вот сделки.
Так, потом у нас были попытки перезайти, то есть я увидел, что у нас хорошо откатило, откатило примерно как раз в максимум, да, да, вот надо было его отметить тоже здесь. И там первая покупка была какая-то такая спонтанная, просто не терпелось, хотелось просто зайти и заниматься своими делами дальше. И, соответственно, понял, что так это неправильно, быстро ее закрыл, после этого увидел нормальный сигнал, сошел, перетерпел вот это вот небольшое движение вниз. Я думал, что меня отстопит, если честно. Но потом, когда оно все-таки пошло, но очень вяло, то есть относительно предыдущей волны, это вялое движение, согласись. И первая свеча такая, в два раза больше вот этой вялой свечки, я подумал, что может имеет смысл закрыться. Но ее быстренько выкупили, и тогда я перезашел. Но это тоже как бы так лучше не делать. Это нехороший пример, конечно. Нужно быть уверенным в том, что делаешь на рынке, и вот этих перезаходов быть не должно. Это то, над чем мне нужно будет работать. Ты знаешь, Антон, я уже смирился, что у тебя просто такая торговля. То есть, да, да, я уже смирился. С тобой в этом плане бороться бесполезно. А по-хорошему, ну ты все правильно говоришь, но, видимо, это чисто такая фишка твоей торговли. И вряд ли с ней что-то можно сделать. Главное, что единственный момент... Иногда у тебя, конечно, это чересчур появляется, но так в целом торговле это особо не мешает. То есть ты теряешь там, ну, немного, но я бы не сказал, что это прям так уж критично. Так, все, это я помню. Ситуация какая была? Это вот зарождение такого очень мощной тенденции. Подошли к серьезному уровню. Это предыдущий хай, там, недельный. От него очень серьезное было движение вниз, и мы вот такие такой вот тенденции, такой вот пилой подходили к этому уровню, и я не рассчитывал, что мы будем его там пробивать. Я думал, что, скорее всего, будет продолжение флета. И обратить внимание хочу твое вот как раз здесь, когда мне нужно было входить в сделку. То есть я ожидал какого-то отката, мы всегда ожидаем какого-то отката, но в итоге просто рынок прет вверх. И вот это вот попытка медведей продавить, она такая смешная. Это, конечно, трехминутка, то есть это не пятиминутка. Вот. Подожди, иногда на трехминутке... какой попытки? А вот это ты имеешь в виду? Да-да-да-да-да. Вот, вот это вот как раз самый такой вот интересный момент, почему я здесь зашел. Когда вот здесь медведи пытались продавить, ну, как бы вообще никаких в этой попытке, они такие смешные были, пониженные объемы, и одна свеча полностью это все перекрыла, полностью поглотила, такая захлопнула. Здесь удар был покупателя, здесь прям вот видно, как кто-то пульнул по рынку рыночными ордерами, и он бабац и пошел наверх, как раз-таки, возможно, на стопах вот этих вот продавцов, про которые ты сейчас и говоришь. Да, но они как выглядят, как какое-то недоразумение. То подожди, есть здесь а здесь был, получается, хай вот этот, да? 72? Да. То есть он тогда еще был таким вот нормальным уровнем, и я не ожидал, что мы будем его там пробивать. Естественно, я от него и планировал в шорт заходить, потому что не было никакой реализации, мы начали флотить, покупатель куда-то делся, и тогда у меня вот эти вот две маленькие сделки получились на продаже, но они такие какие-то неуверенные. Это вот как раз вот моя такая черта странная, с которой будем бороться. Покупка удалась, то есть я зашел, опять же, с небольшим стоп-лоссом, то есть вот за вот от основания вот этого вот первого удара, вот там вот за этим основанием у меня был стоп-лосс. Вот тут и здесь у меня, да, получилось. Да. То есть, как бы здесь такой вот пойдет, не пойдет. То есть, если этот удар, как бы, действительно тоже, чем мы думаем, то как бы будет реализация, получится заработать. Если нет, нужно будет выходить. И если бы была бы какая-нибудь вялая реализация, или ее не было бы вообще, или она стала бы флотить, в боковик ушла бы, я бы вышел. Вышел бы сам, закрылся бы и не стал бы ожидать ничего. Здесь она именно пошла. И в рамках как бы вот этой вот пилы с фона, то есть то, что у нас на часовике происходит. У нас есть как бы сила покупателя, но я тогда не был в ней уверен, потому что у нас там были неплохие такие откаты и, возможно, у нас... Ну, ты следовал правилу «не уверен, не торгуй». Поэтому ты сделал все правильно. Так-то мы сейчас видим историю и видим, как это происходило на истории. А по факту у тебя здесь был очень мощный уровень. То есть вот если поставить, например, сейчас момент, как это было в онлайне, вот в онлайне у тебя была вот такая картина. То есть вот она. Мы подошли к очень мощному уровню. Вот, даже вот здесь это было, да, если я верно понял? Нет, вот.
Нет, так немного я запутался. Так. Не вижу. 72-400. Вот здесь мы, Да, получается, это были. он. Это он, да. Да, и вот такая картина. А минимумы снижаются у тебя, объемов толком здесь нет. Рынок прям, ну прям, здесь он, конечно, просится в шорты. Ну, По-любому. какой-то неинтерес был. Неинтерес со Да. стороны покупателя. Непонятно тогда, зачем мы там оказались и кому было И вот эта интересно вот дойти до байда, туда. вот это вот, хвост здесь с огромным объемом, показывает, что здесь прям мощный такой продавец был, прям мощный. Удивительно, для меня, если честно, удивительно, я не могу понять, почему его так быстро разобрали. То есть его разобрали, смотри, двумя свечами. Бац, и Да, вообще разобрали. без проблем. Ну, либо он сам начал выходить, Возможно, если это возможно. кто-то был. То есть там не было никакой новости, просто рынок пошел дальше, и все. Вот, то есть как будто бы просто накопление было дальше, а авось типа кто-то еще продаст, кто-то еще даст, и все равно дальше пошел. Ну, то есть покупатель здесь был очень сильный, но я его не распознал, к сожалению. Ну, зато потом перезашел как раз-таки от Да. серединки вот этой волны. Прям Да, нормально, красавчик. мне, конечно, обидно было пропустить вот это движение было, но тут ничего не поделаешь. Я хотел дождаться Ну, отката, это дождался и потом зашел. плата за риск, в общем-то, так уж нормально. Да, выход прокомментировать. Там выход был просто, потому что мне нужно было по делам. Просто вышел и не было никакой возможности следить за рынком. А вот эта следующая сделка, ты ее вспомнишь? Или файл Да, открыть здесь он. вордовский? Не, я вспомню. Здесь у нас медвежий фон. Угу. И изначально было планировал всегда идти по фону. Вот, но у нас как бы пошли покупки. Хотел короткую какую-то покупку взять. С этим тоже нужно будет как-то завязывать. Взял эту короткую покупку. В итоге быстренько перевернулся, взял эти там 50 пунктов. Но опять же были риски. Такое делать не нужно. То есть это как раз торговля с повышенными рисками. Как бы здесь у нас получилось медвежье поглощение, но на пятиминутке оно как бы такое, ну, нужно было на следующей свечке по-хорошему заходить, но я заходил по трехминутке здесь, и там как бы мне тогда картина казалась ясной, то есть все, здесь у нас уже как раз закончилось вот это вот пилообразные откаты, можно заходить на продажу. И тогда я уже начал уже фиксироваться около уровня. То есть у меня идея была только донести до уровня и треть оставить на всякий случай. То есть авось. И, соответственно, эту треть у меня и выбила. Как раз вот за этой вот волной небольшой. То есть которая должна была идти на продолжение, но почему-то пошла дальше. То есть это некий такой сложный откат получился. И вот там уже мне немножечко обидно стало, что вот не получилось закрыть ее там, где нужно. И, соответственно, вот это вот небольшое у меня было предположение, что, скорее всего, мы сильно отобьемся от этого уровня. То есть, скорее всего, как будто бы у нас сейчас дальше пойдет в покупку. То есть, глобально у нас там были покупки, глобально, но у нас последние две торговые сессии резко изменилось, изменился фон на продаже. Поэтому все-таки разум возобладал и все-таки открылся на продажу. Опять же, до уровня. Закрылся на уровне, две трети. Треть у меня опять выше была вот на этом вот откате, потому что какое-то такое вялое движение было. И потом снова перезашел. Опять же, до уровня. А дальше я уже закрылся, потому что были у уровня. И правило, в 6 часов уже там плюс-минус надо закрываться. Это уже была третья сделка. Здесь даже формируется такой глобальный треугольник, то есть ты в глобальном таком треугольнике торговался. Если ты обратишь Да. внимание, вот он у тебя. Да. Это уже вот по ходу сессии уже стало понятно. А вот тогда я рассчитывал, что все-таки там будет что-то более серьезное. Ну, потом-то он пробил, но это уже было потом. Здесь можно было от низа, кстати, покупать. Так уж по-хорошему. Ну, это кажется сумасшествием, так уж в онлайне, но по-хорошему здесь можно было покупать от низа, потому что у тебя здесь, ну, очевидно, находился покупатель. Вот он прям большой такой, и рынок от него выстреливает. Вот на Да, втором два раза подходе, причем. вот здесь уже можно было покупать. Вот здесь. Интересно. Такая рисковенькая сделка была бы, но все как ты любишь, в общем. Да.
Это одна такая сделка, вход и выход. Да. Ну, это можно назвать типа, один хороший трейд. То есть, в принципе, как мне нужно торговать, здесь не было никаких дробных выходов, просто донести до уровня и при первых же каких-то намеках на откат или на какое-нибудь там поглощение или там какой-то неинтерес крупных игроков, я просто вышел и все, и забыл про это. Вот здесь как раз не было какого-то такого четкого, сильного сигнала, как на предыдущих сделках. Здесь именно была такая вот тенденция, такая пилообразная, и потом резкий взлет. То есть она сильно отличается, вот если вот покажешь, именно вот место, где я зашел, это именно начало этой тенденции. Вот именно когда все-таки покупатели победили. И вот с этого момента пошел дальше. Но это было в контексте покупок. Ну вот у тебя получается фонд покупок, соответственно, да. Здесь покупатели доминируют, а вот у тебя начинают тоже локально доминировать покупатели. То есть рынок идет пилой наверх, это показатель силы покупателей, и дальше кто-то опять-таки по рынку прям делает очень сильное усилие, появляется вот эта вот бычья инициатива, и ты здесь входишь, вовремя сообразил, то есть буквально прям... Повезло тебе то, что ты находился в онлайне в это время и прям успел залететь. Потому что здесь дальше рынок пошел очень даже неплохо. Ну, шикарная сделка. Что касается выхода. Выход здесь, я так полагаю, то, что мы дошли до открытия. И меня смутило, что начал сужаться диапазон. И я не знал, как на это реагировать. То есть, скорее всего, был бы какой-нибудь откат. Потому что безоткатное движение почти... Поэтому я просто вышел, ожидая, что будет там какой-нибудь откат, я смогу перезайти пониже и еще больше заработать. Вот. Ну, конечно, был риск просто, что цена улетела бы дальше без меня, и мне было бы обидно. Ну, здесь смотри, в принципе, то, что ты говоришь о том, что ты не знал, где выходить, ну, здесь как бы понятно, где выходить. Вот у тебя есть точка ликвидности, вот она. А рынок, не доходя до нее, начинает сужаться. Вроде бы здесь до этого были повышенные объемы, резкая волатильность, но при этом реализации покупателей нет. То есть рынок дошел до точки ликвидности и стал разворачиваться. И стал уходить в пилу. Конечно же, это показатель того, что в рынках у нас достаточно сильные продавцы, и которые сдерживают рынок. И для тебя это однозначно либо прикрыть часть позиции, либо выйти полностью. Что ты сделал, тоже довольно неплохо. Ты, получается, взял ну целое такое движение глобальное. Конечно, не слоев, как у тебя обычные сделки, но тем не менее. Там почему-то я застремался, если честно. Почему-то там было страшно, хотя надо было бы зайти. Да. Следующая тоже очень красивая сделка. Да, здесь тоже по фону. То есть вот самое главное правильно определить тенденцию, и тогда сделки идут с более повышенным шансом на успех. И вот здесь как раз была попытка медведей что-то продавить, она никак не реализовалась, наоборот, как бы цена пошла дальше вверх. И уже вот на маленьком вот этом откатике я и зашел. Опять же, с маленьким стоп-лоссом, ожидая, что мало ли вдруг там сейчас что-нибудь выйдет или там... что-то нештатное произойдет, я смогу быстро выйти с минимальным ущербом. Вот. Но сделка очень хорошо зашла. И здесь стал закрываться от объемов. То есть как только какие-то большие объемы стали в кластерах, очень видно было какие-то лимитные большие сделки на продажу. Ну, то есть просто лимитки на продажу стали подсовывать очень большие. Я там начал фиксироваться. То есть сначала мне часть, эта сделка потом вторую. Даже что-то напоминает. Какую-то вот эту вот, по-моему, она сделку напоминает. Да. Знаешь, она даже идентична, по сути дела. Здесь только у тебя она пробой гэпа, да? А выходы точно такие же, как и в крайней сделке. То есть, ну, выходы идентичны. Да, только вот не было ориентиров, где фиксироваться, потому что это обновление хаев, и там вообще непонятно было, где фиксироваться. Поэтому просто там, где объемы большие. Либо я мог бы дождаться какого-нибудь широкого расширения. То есть еще одно правило. Если вот какой-то взлет начинается, вот просто космическое какое-нибудь движение, там опять же просто фиксируюсь. Я не буду ждать там разбираться. То есть я там тоже зафиксируюсь, как только цена где-нибудь там затормозится.
То есть на это тоже у меня стоит оповещение, если там какие-то резкие движения будут. Здесь смотрите, вот подписчикам скажем. Вот смотрите, что имеет в виду Антон. Он имеет в виду, когда вы пробиваете исторический хай, например, либо не исторический, просто какой-то крупный хай, и не за что вам здесь закрепиться. То есть нет впереди ни уровней никаких, ни объемов. Где здесь фиксировать? Как один из вариантов, вам нужно подождать. Ну вот, предположим, вот у нас происходит вот резкий такой прострел. Небольшого движения в обратную сторону, буквально там свечка. И вот здесь уже можно фиксировать. Понятное дело, не все, потому что если это фаза расширения, рынок может и дальше пойти расширяться. Что, ну я, если верно понял, Антон, тебе. Да, но я имел в виду именно большие в 5 минутках, на 3 минутках, если вот резкий какой-нибудь, может, какая-нибудь новость, я тоже как бы на такие вещи реагирую и закрываю, если я, конечно, в ту сторону торгую, в сторону вот этой внезапной новости, это тоже будет сигналом для закрытия сделки, то есть объемы и резкие расширения спреда, ну, не спреда, а именно расширение волатильности. Ну, шикарно, шикарно. Вот сделка с названием «Заработал, но лучше так не торговать». Давай. Вот это да. Вот это, кстати, очень интересная сделка, где можно подискутировать. Потому что, согласись, первая сделка, я зашел по фону. Ну, серьезно, у нас был офигительный взлет, кстати, вот там вот на слева фон. И видно часовик, вот этот взлет непонятный. Это была новость на Навальном, как я понимаю. На том, что с ним там произошло, и вот какие у нас там могли быть последствия для рубля, для всего на свете. В принципе, как бы по фону, то есть мы даже особо откатывать не стали. Никто не стал спорить с этой ценой, никто не стал там сильно продавать. И как раз вот после отката такого нормального застопорились, и я зашел в покупку. И цена-то пошла расти, она пошла дальше, куда я и планировал. Но потом резко стала падать. И я просто ушел в безубыток, думаю, ну блин, походу будет откат, можно будет донести докуда-то там, не знаю, может до ближайшего. Вот это вот слева на фоне можно увидеть две пунктирные линии, 74-672. Вот это да, вот как бы до туда донести, то есть, возможно, был бы смысл до туда донести, и оттуда потом снова, я думаю, ладно, я перевернулся, это тоже с повышенными рисками, и стоп у меня был там очень короткий, то есть, а также пойдет, не пойдет. Она пошла, я не успел зафиксироваться, как она уже прилетела обратно дальше по фону. Я снова перевернулся. Ну, как бы я ничего не потерял вот на этой всей ситуации, но это было очень опасно, и так нельзя делать вообще ни в коем случае. То есть все-таки нужно было, наверное, чего-то другого дождаться. И уже потом снова зашел в покупку, опять же, тоже с очень коротким стопом, но мне повезло, что рынок просто пер. Он просто пер в какую-то сторону, куда ему нужно. И только за счет этого меня не отстопило и не раздербанило на британский флаг. И получилось заработать в итоге. Как только появились объемы какие-то встречные у вот этой вот у этого уровня, и свечки пошли такие с большими тенями. Ну, здесь прям такой хардкор. Я даже не знаю, как комментировать сделку. Но... Ну, первая сделка-то по фону была в итоге. Первая, да, первая по фону, но ты и вышел, собственно говоря, в нуле по ней. Ну да. Ну, я не думал, что она так резко начнет падать. Я вообще думал, что она так пойдет, пойдет, и дальше куда и собиралась, потому что, ну, сильное движение было. То есть могли... И хорошо откатило на объемах, то есть это все приняли, остановились, и пошло еще, и так еще почти на лоу зашел. Здесь, знаешь, еще что могло быть? Вот если выходит всплеск волатильности, а на фоне новостей или на фоне стопов, то есть волатильность расширяется... Рынок начинает штормить, ну, как я это называю, и он начинает сносить всем стопы. То есть собирается вот такая ликвидность. Здесь, возможно, это и происходило. То есть наша тактика вот на период подобных ситуаций – это просто высиживать на заборе. Тут ничего другого, к сожалению, не придумаешь. Такая вот история. Не очень хорошая. Давай еще одну сделку посмотрим и, наверное, будем закругляться, потому что уже 50 минут, аудитория не досматривает. Я понял. Так, это тоже как бы история с переворотами. Это у нас фон у нас флетовый был, и план был просто зайти в продажу от верхней границы. А, нет, подожди.
Все, я понял. Нет, это у нас как бы была серединный диапазон флета, то есть в этой сделке. И был план дальше продолжить движение, которое у нас было на предыдущей сессии. То есть такая вот тенденция во флете небольшая, именно и донести ее до нижней границы, до 73 3 0. Здесь изначально я попробовал в покупку, короткий стоп, меня выбило, немножко потерял, потом увидел дополнительную тенденцию. То есть у нас покупатели стали снова с тенями, с объемом идти вперед. И я подумал, что можно немножечко прикупить. И рассчитывал изначально, что может там вдруг я ошибся, и мы не пойдем вниз. Ну и, соответственно, вот после вот этих вот стрёмных движений больших, на больших объемах, я просто вышел посерединке и там перевернулся, где уже, скорее всего, мы никуда вверх не пошли бы. То есть как раз у нас получилась такая двойная вершина, ну, с натяжкой, если можно так назвать. И вот после этого уже пошло хорошее движение вниз. И там я опять пожадничал, и снова перевернулся, и потом снова перевернулся, ну и почти все движение взял. Но с небольшими потерями. Но так тоже, конечно, не стоит. Все время есть некий страх, что сейчас очень сильно откатит. Откатит так сильно, что дойдет до моей позиции, придется вглубь перейти. Такие сделки уже мы показывали, это очень обидно. Тяни стоп. Тоже вариант, но тоже иногда выбивает и очень неприятно. То есть я подтягиваю стоп, но может очень неудобно закрыть. То есть вообще как бы подтягивать стоп нужно за логикой. То есть как только образовывается какое-то закругление, то есть в продолжение движения, ты уже как будто бы новую сделку открываешь. Как если бы ты открывал новую сделку, вот туда Антон, стоп ну ты двигаешь. Я хочешь, правильно чтобы тебя у тебя понимаю? был... Ты хочешь, чтобы у тебя был красивый скриншот? То есть, как у тебя обычно и происходит. Зашел на лоях, вышел на хаях. Но такого не бывает. Ты все равно приходится отдавать что-то рынку. Без этого никуда. Либо Ну ты будешь да. рисковать, как ты сейчас рискуешь. То есть, ты по факту отдаешь больше. Ну, можно было протянуть. Можно было. И не просто можно, а нужно. То есть, ну, такой момент. Ладно, давай на этом закончим. Тут у тебя еще много сделок, но я думаю, что этого вполне достаточно, потому что не будем Ну опять-таки да. докучать аудитории. Какое можно дать напутствие нашим подписчикам? Напутствие. Есть моменты. Я знал некоторых людей, которые торговали без стопов. Я вот хочу сказать, что это невозможно. То есть на перспективу, на долгосрок без стопов никто не проторгует. То есть вы, скорее всего, там долго не протянете. Это просто для тех, вот, скорее всего, таких людей очень мало, но они есть, кто такие. Я торгую без стопов. Ну, то есть у них какое-то время получается. То есть, ну, это не торговля. Это, надо, скорее всего, инвестирование. Но просто вспомните «Газпром». То есть с любым, кто торгует без стопов на фьючерсах или там еще с плечами, может случиться «Газпром». Это просто огромный столбик на 10%, и вы теряете депозит. То есть если вы были с плечами, это вот 100%, вы даже не успеете выйти. А когда вы будете думать, там, выходить, не выходить, а цена все будет дальше, дальше, дальше идти, и вы просто точно потеряете все. То есть без стопов точно нельзя. Должна быть четкая торговая стратегия, торговать реальными деньгами. То есть, если начинать, то торговать реальными деньгами, но очень такой маленькой суммой, которую, ну, не жалко. Ну, вот вообще не жалко. То есть, это сумма, которая для вас ничего не значит. Это вот чисто мое сугубо мнение, потому что я не торговал на тестере. То есть, всегда начинал с реальных денег, но с тех, которые мне не жалко. То есть, я не переживаю за них вообще. Мне просто может быть обидно, что я там упустил какую-то торговую ситуацию. Вот за это может быть обидно. А вот за потерю денег не страшно, там небольшая сумма для меня не значащая. Есть еще один момент. В идеале я бы хотел бы посоветовать людям, которые уже проторговали, уже наработали какой-то скрин-тайм, начать вести дневник. То есть, чтобы зафиксировать статистику сигналов, по которым вы входите, и их все входные данные. Если получится вести этот дневник, я тоже хочу к этому прийти. Я не знаю трейдеров, которые ведут, но это, наверное, очень крутая тема, честно.
статистикой сигналов, насколько они работоспособны. Потому что вот я заметил такую тенденцию, что трейдер может быть хороший, может быть плохой, но самое главное – это его выживаемость на рынке. Вот. Поскольку у меня повышенные риски, конечно, моя выживаемость, она намного меньше. Вот. Но нужно стремиться к тому, что нужно уметь адаптироваться к рынку. Завтра могут все эти сигналы, все это понимание может, возможно, поменяться. Может как-то немножко поменяться, может немножко. Но нужно стараться уметь адаптироваться. А адаптироваться можно через торговый дневник, где вы отслеживаете свою торговлю. А если нет дневника, то нужно все-таки взять наставника. То есть найти наставника, вот Артем есть. И отрабатывать, то есть как вот мы сейчас здесь посмотрели сделки, я когда сам собой торгую, там, эти все вещи нужно с кем-то обсудить, нужно с кем-то, кто более опытный, кто очень давно на рынке и сможет подсказать, где и что не стоило делать. И тогда ваш результат может очень сильно умножиться. То есть если и у меня получается, то я думаю, у многих-многих людей может еще больше и лучше быть результат. Все в зависимости от того, чем они готовы рискнуть. Антон, ты знаешь, аудитория моего канала достаточно специфичная. Это примерно как 50 оттенков серого. То есть, ты знаешь, мои вкусы достаточно специфичны. Вот аудитория у меня такая. Я к чему это говорю? К тому, что у многих, у процентов, наверное, 30, им кажется, что сейчас Артем Звездин, либо кто-нибудь вот из нас, да, кто появляется на моем канале или в моем сообществе, появится какой-то игральный метод, какой-то торговый сигнал, который вот он проработан, проверен и так далее. И люди верят, что есть какие-то секреты, которые мы вот все берем и вот все вот так вот храним и им не даем. Это вообще правда? Ты можешь объяснить людям? Вот я просто не могу подобрать слов. Может быть, ты сможешь объяснить, что... Господа, понимаете, то, что будет работать у Антона, не будет работать у вас. Что здесь нужно разработать метод на основе тех знаний и того рыночного понимания, которое есть, собственно говоря, в курсе, например, либо на моем YouTube-канале, нужно разработать свою торговую стратегию со своими торговыми сигналами, со своими какими-то фишками под свой рынок и под свой актив. И эта торговая система, она будет работать только у вас. Это то, что как раз я про это говорил. То есть вы должны быть адаптивны. То есть вы выбираете какой-то инструмент, вы разрабатываете под себя торговую стратегию. Вы не можете взять, например, то, как я торгую, и взять, применить к себе, потому что нужно быть мной для того, чтобы это получалось. Может быть, у кого-то получится это адаптировать. Кто-то может взять какие-то кусочки. Но самое главное, что вы должны под себя это адаптировать и наработать скрин-тайм с этим, с этой торговой стратегией. И я думаю, что самое главное, играли в дисциплине. Вот. Дисциплина и плюс еще сообщество трейдеров. То есть, чтобы у вас была возможность с кем-то обменяться сделками, обсудить какие-то торговые ситуации. А у кого там как получается, а у вас там как получилось. А вот у меня вот так вот получилось. Какие у вас там мысли? Это очень важно. И это очень сильно прокачивает. Больше, чем вы думаете. Хорошо, давай на этом остановимся, Антон. Спасибо за интервью. Удачи. Спасибо тебе, Артем. Удачи. Зарабатывайте.